Тереза, папа звонил, Иман. Я тоже звонил, брат, я не знаю. Что-то сказать хочешь, наверное? Салам алейкум, отец, как дела? Как бизнес, как дома? Все нормально, папа. Папа, рассказывай, какими новостями нас собрал сегодня? Сынарема, я вас сегодня собрал, чтобы обсудить с вами общее наследство. Так как я не знаю, сегодня, завтра я могу быть или не быть. В стране тоже очень тяжелое время, я сам тоже болею очень. Хочу сразу сказать, записать бизнес-имущество Сварышин Сих на Имана, так как он младший. А Расул, ты как старший, тебе я на тебя хочу записать наш строящийся дом, чтобы после моей смерти вы не ругались. Пойдемте, я вам покажу ваш дом тоже сразу. Дом Расул, скажи. Алло! Эй, чё ты мне свои отмазки говоришь, я тебе говорю, привези, говорю, я тебе ши. Профили, здесь у меня ворота стоят, клиенты ждут, ва. Тебе чё здесь, неделя меня дождать, что ли, я не понял. Чё, вообще контракт, что ли, убрать с тобой? У меня работа стоит, говорю, мне заказы надо делать. Ва. Давай, я жду. Салам алейкум. Алексо. Как работа? Ничего, брат, нормально. Так, говорит, хотел с тобой время есть? Что, о чем хотел? Мне крышу надо поставить, деньги нужны. Поставь, кто мешает? В смысле, кто мешает? Вот так прямо, кто тебе мешает крышу поставить? Это бизнес? Послушай меня! Нет, это не твой, это наш бизнес, понял? Дом тебе дали? Живи в своем доме. Хорошо, ты живи там, давай бизнес я заберу. Бизнес мой, я здесь управляющий, слушай, я здесь хозяин, понял? Хочешь, вот этот дом продадим, пополам делаем, бизнес дом тоже пополам делаем. Дом тоже себя оставь, ты тоже иди отсюда, понял? Слушай, что ты мне будешь говорить, я тебе лично говорю. Я тебе еще раз говорю, ты здесь на меня руки здесь спустишь, пальцы отпустишь. Ты что дергаешься, будешь? Мой бизнес мой. Просто ты вас не видел. Ты слышишь меня? Вы что, оборзели что ли оба? Чего не хватает вам обоим? Отец тебе дом дал, тебе бизнес дал. А зачем вам мой бизнес надо тоже? Я слушаю, тебе говорю, твой мой нет. Здесь вы... наше есть все, понял? С ума сошли, что ли вы? Месяц нету, как отец упокоился. Совесть имейте. Что вы за люди? Зачем он лезет в мой бизнес, говорю? Что вы за люди? Что вам не хватает?